Вы уперлись в плато, долго работаете с одними и теми же весами, не знаете, как правильно подобрать нагрузку? Приложение SmartFit Персональный Тренер составит вам детализированную программу тренировок, используя циклирование нагрузки, волновую прогрессию и другие эффективные приемы. Качайте бесплатно в Google Play, ссылка в описании. Привет, как дела, ребят? Сегодня днем, или вечером, или все-таки днем, я в CrossFit Magna в северном Финиксе, Аризона. Я приехал, чтобы встретиться с моим бро, Джейсоном. Он пригласил меня. Мы собирались обсудить с ним возможное сотрудничество. Возможно, новый зал в Аризоне. Но он сказал, что будет тренироваться, на что я предложил потренить вместе с ним. И я сказал, что буду следовать его программе. Сейчас Джейми делает своеобразный переход. Переход от кроссфита к пауэрлифтингу. Это конкретно взорвало мой мозг, и я просто последовал за ним. За всем, что он собирался делать. Так как я начал тренить все свое тело каждый день, сегодня мы тоже сделали и верхнюю, и нижнюю часть тела. К слову о моих тренировках сейчас. Я не тренирую каждую часть тела каждый день. Я тренирую все тело комплексно каждый день. То есть я делаю что-то наверх тела, что-то на низ. Предпочтительно это две верхние части тела и потом ноги, и так каждый день. Итак, сегодня мы сделали присед со штангой на спине. Мы дошли до 190 килограммов, насколько я помню. Мы сделали 3 или 4 подхода с этим весом. И это получилась отличная продуктивная тренировка. Не на каждый надо идти на свой максимальный одноповторный вес. Я просто очень хотел сделать так, как делает он. Вы знаете, что обычно я тренируюсь по собственным прогам. Иногда я принимаю какие-либо предложения или советы от моих друзей, как, например, Марк Билл или Silent Mike. Они оба давали мне программы в прошлом. И я беру то, что мне нравится, из других тренировочных схем и дополняю ими свои. Но сегодня я просто следовал Джейсону. Мы увеличивали вес постепенно, не гнались за весами, а просто качественно выполняли наш присед. Ощущения были отличные. Это было немного сложнее для меня, потому что я делал ноги вчера. Я их делаю каждый день, как я уже говорил. Я не приседал позавчера, а сегодня приседал. Вчера же я делал супертяжелый жим ногами и присед в гаке. И сегодня тоже присед. Но я чувствовал себя хорошо. Все было хорошо. Мои колени чувствовали себя хорошо. Но я просто не ощущал себя суперсильно. Я думаю, это просто усталость после вчерашней трени. Но все хорошо. Джейсон сильный чувак. И это всегда клево тренить с разными людьми. Итак, после приседа мы перешли к жиму стоя в строгом стиле. И я акцентирую внимание на слове «строгий». Это не швунг жимовой. Для швунга жимового существует особое время и место, и это было не оно. Так как мы делали упражнения, развивающие силу, здесь важно выполнять все максимально строго и четко.
Вы всегда видите, как я делаю жим на плечи стоя, и спрашиваете, почему я делаю его стоя, почему не сидя, это же намного проще. В этом и заключается моя причина, почему я не делаю сидя. Я делаю стоя, потому что это действительно сложнее, и это подключает к работе все тело. Я всегда говорю о том, как это задействует кор, стабилизаторы, поясницу, пресс. Но в целом вы напрягаете все мышцы, чтобы держать свое тело, так что эта поддержка исходит с самого низа вашего тела. Слушайте, хотите получить быстрее результат, делайте жим на плечи стоя. И неважно, со штангой будете делать или с гантелями, делайте стоя. Если вы в конце тренировки решите сделать какое-нибудь упражнение сидя, чтобы добить мышцы, окей, но убедитесь, что перед этим вы сделали столько упражнений стоя, сколько просто смогли. Это была довольно короткая, но очень эффективная тренировка. Особенно для меня, так как я тренируюсь каждый день. Она идеально вписалась в мою схему тренинга сейчас. Поэтому респект Джейсону и спасибо за приглашение. Респект CrossFit Magna за гостеприимство. Я еще вернусь и несколько раз. Мне очень понравилась обстановка и простота. Простота обладает большой силой. Сконцентрируйтесь на базе, станьте мастерами в базе. В любом случае, надеюсь, вы почерпнули что-то из этого видео. Как я уже сказал, это не была какая-то сумасшедшая тренировка на износ. И упражнений было немного. Но они были, вы знаете, о чем я, без всяких оправданий. Вы всегда можете найти время, чтобы сделать треню. Конкретно в этот день мне не хватало времени на тренировку. У меня была запланирована встреча с Джейсоном, потом еще встреча сразу после. Но многие люди, кого я встречаю, тоже занятые. Поэтому какая нафиг разница? Решили и потренить, и обсудить дела. Провести встречу таким образом. Кто-то выбирает объединить ланч со встречей, ну а мы объединяем встречу с приседом и жимом. Итак, в общем, на этом я закругляюсь. Вам этого не почувствовать, но солнце сейчас светит прямо на меня, и тут невыносимо жарко. Так что погнали отсюда. До встречи. Peace.